Друзья, приветствую. Один из подписчиков заказал масло по параллельному импорту. Посмотрите, это Mobil 1 040 ESP X3. И вот мы раздобыли еще пару канистр других продуктов, официально продававшихся в Российской Федерации. Это 5.40 и 5.30. Посмотрите, здесь есть QR-коды. Светится надписи в ультрафиолете. Здесь, видите, не светится. Ну, плохо видно из-за света было, как они светятся. О, так в какой-то позиции получше. Да, вот так. Под углом. О, отлично, вот так светится. Да, под углом. Да, видно. Вот. Степени защиты у этого масла, произведенного во Франции. Ну, так видно, наверное, будет. 22-й год, март. Производство одна канистра. Вторая такая же. И эти две канистры. Так, у нас 20-го года. Канистры визуально очень похожи. Также спаяны из трех частей. Значит, да, кстати, в коробку с маслом была вложена вот такая записка от компании продавца с пояснениями, что это параллельный импорт, что нет защитных систем, ну, этих защиты. Посмотрите, этикетка липкая, так же как на 5.30. Сейчас, секунду. Также липкая. Ну и здесь то же самое. Ну и можно еще дополнительно взвесить канистры. Это у нас 0,40. Четыре килограмма, 476 грамм. Вторая канистра 0,40 отличается от первой на 4 грамма. Официальная канистра, акционная, 5.40, отличается в районе 30 грамм. Ну, здесь и вязкость другая чуть-чуть. И 0.30 тоже отличается в меньшую сторону от 0.40. Ну, очень все похоже, очень все близко, там порядка 10-20 грамм. Вот, ну и естественно, что я сделаю. Не будем верить записке. Посмотрим спектрограмму. Все. Спасибо. Ну, а, кстати, канистры, да. Вот видите, они спаяны. Здесь от пресс-формы такие подтеки. И вот она здесь склеена из две половинки и приклеена днище. Ну, и также на всех остальных. Очень все визуально похоже. Ну, в общем-то, поверьте на слово. Да, еще один момент, чтобы спектрограмму получить. Вот эти канистры французской. Мы ее сейчас при вас скроем. И отольем. Одной рукой неудобно. Здесь до щелчка. Да, все, вот пломба запломбировалась. Такой уровень почти полный. Ну все, можно подписать. Проверим эту баночку. Ну и сейчас я проверю эту баночку. Значит, подпишу ее и получу с нее спектрограмму. Так, значит, вот эта баночка подписанная. Mobil 1 X3. 0,40
ESP забыл написать. Сейчас заложу пару капель и посмотрим, что намерит прибор, какая будет спектрограмма. Вот такая спектрограмма, но она очень характерная для Mobile 1 семейства ESP. То есть, как бы, вообще сомнений никаких нет. Да, вот и смотрите, 0.35-0.36 уровень эстеров, полиэстеров. То есть, как бы, как стандартный 0.30 и 5.30. То есть, все одинаково. Да и, честно говоря, FS-40-ки имеют такой же уровень. Все. Сейчас выберу данное масло. Вот видите, оно. Посмотрим, что намерил прибор. И можно будет заканчивать созданием эталона. И с этим видео. Так, все, выбрал. Сейчас, секунду. Так, это пункты, по которым будет анализироваться. Я не буду даже, наверное, корректировать. Просто покажу вам. Так, смотрите, противоизносных 71%. Ну и видите, кислотное, щелочное из-за большого количества эстеров съехали. Вот, как я уже часто говорю, что эстеры на той же волне дают пики, и из-за этого прибор путается, думает, что это продукты окисления масла. Ну, вот такое видео получилось. Благодарю Константина за предоставленные образцы. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем удачи и здоровья, всем мира, берегите себя. Пока!